Жители Бурятии с самого начала СВО помогают нашим бойцам, отправляют гуманитарную помощь и необходимую технику. Накануне землякам отправили еще 6 автомобилей, которые прошли проверку на исправность и могут работать во всех погодных условиях. Полностью подготовили, собрали, резину грязевую поставили, немножко гуманитарки девчонки скинулись, там собрали. Ну, и полностью машины обслужены, вложений никаких. То есть машина доедет до адресантов полностью в целости сохранности. И будет служить еще долгие года. Отправляют не только автомобили, но и другие необходимые принадлежности. Квадрокоптеры, медикаменты, переносные бани, маскировочные сети и другое. На этот раз жители села Байкал и Кудара решили отправить бойцам иконки, чтобы они охраняли их. Спасибо еще нашему храму Благовещенскому. Когда мы сделали УАЗик и укомплектовали, то в храме батюшка провели службу, осветили. Был певчий хор, спели, помолились, и все, что находилось в УАЗике, все, получается, осветилось. И положили вот иконки, чтобы каждый боец имел ее при себе. Неравнодушные продолжат помогать военным необходимой техникой. Только за этот год с площадки Бурят-Шинторга отправили более 50 автомобилей и 20 тонн гуманитарной помощи. Валерия Ренчинова, телекомпания АТВ.